Девятилетняя Варя долго мечтала о собаке, а четырехмесячная Люська из приюта очень хотела попасть в семью. Мечты обеих сбылись. Помимо добрых хозяев, у маленькой спокойной дворняжки появилась особая миссия – стать канистерапевтом для Вари, у которой тяжелая форма ДЦП. Она сразу залезла к Варе на руки и обняла ее за шею, и мы ее не могли просто с нее снять. Мы решили, что это она. Такая симпампуля. Канистерапия – лечение общением с собаками. В основном для этого выбирают породистых псов. Дворняжек разрешают, но перед этим тестируют. В Барнауле канистерапевтов обучают только в одном месте. Начинаем работать постепенно, пошагово, медленно, когда знакомство происходит. И сам канистерапевт, естественно, он много работает на психотипе этой собаки. И аутизм, и ДЦП. Здесь можно инсульт для пожилого человека. Варя вместе со своей маленькой помощницей вместе будут учиться канистерапии. Люська еще адаптируется в новой семье, но основные команды уже знает. И очень чутко чувствует, когда Варя нуждается в ее, можно сказать, лечебном внимании. Полина Жданова, Николай Шилко, «День с толком».